Ну вот, ребят, установил я эту приблуду, извлек заглушку, вот таким образом она там крепится. Я просто отверткой вот здесь понажимал немножко, пошевелил ее, вот видно след от отвертки. Правда, отпечатался след, правда, но он, если заглушить обратно, он не будет его видно. Вот, получается, взял вот, ничего не разбирал вообще, взял вот такую проволочку с загнутым концом, достал заглушку, просто проволоку туда продел, вон там она вылезла. Соединил тут шину, просто я сюда ее вытащил, присоединил к микросхеме, вот. Вот. Там, наверное, не будет видно. Ну, в общем, диагностические разъемы здесь находятся. Это вот даже видно, вот она. Вот эта штука, это он уже. Шина в разъем подключена. Получается, что он тут показывает? Опа. Уровень топлива 24 литра вот. Пробег, бензин, расход бензина, что-то. Время. Средний расход, видимо. Короче, я тут еще разберусь потихонечку. Уровень топлива. Температура 4 градуса, получается, температура совпадает она с температурой на дисплее. Одометр, дроссель, положение дросселя почему-то 6. Ноль. Чтение кодов. Нет ошибок. Ну, короче, такая вот мудистика. Игрушка, блин. Взял себе. Как она там крепится-то? А, вот получается так вот. Опа! Вот все, она у меня встала. Ну, вот он показывает температуру. Что здесь указано в умной книжке? Ручная настройка, точность показаний по расходу топлива, маршрутный компьютер, функции уровень топлива в баке, диагностический тестер, включая чтение диагностических кодов, сигнализатор. 4 параметра возможности раздельной блокировки звукового сигнала, плазмер, сушка под прогрев свечей для облегчения холодного пуска двигателя. Интересная вещь. Тропик автоматического управления вентилятором, система охлаждения при достижении температуры двигателя, заданной пользователем. Ну, то есть вот электрооборудование Лады. Зажигание выключено, еще несколько секунд еще горит. Компуктер. Ну, вот так вот он выглядит. Форсаж еще есть, сброс памяти, обучение контроллера при включении бензин-газ. Ну, то есть, типа, сброс настроек всех. А, там же в бортовом компьютере есть как бы длительная коррекция, короткая коррекция. Да, там короткая это моментальная, типа, длительная. То есть, нам запоминает предыдущие параметры. То есть с помощью этого бортового компьютера можно как бы скинуть все настройки, которые в памяти есть у бортового компьютера автомобиля. Еще вчера такая фигня произошла. Я взял, короче, повторитель поменял. Прям возле этих менял.
возле магазина. Кстати, нормально встал. Возле магаза менял повторители. И что-то я... А, ключ был в замке зажигания. Я достал повторители. Ну, достал там, лампочку переткнул. Этот разъем. Вставил повторитель. Начал его вставлять, а он что-то не влазит, короче. Там чуть-чуть. Ну, это типа нормально, видимо. Не влазит он. Полез я, ну, думаю, сейчас я его чуть-чуть подровняю. Полез в багажник, а багажник не открывается. Кнопка багажника электрическая здесь, она не срабатывает. Я и центральным замком двери закрывал, открывал. Я и зажигание выключал, включал. Ни хрена не помогает. То есть, получается, я там что-то повторитель вытащил, цепь разомкнул. То есть, ну вот я именно так думаю, не знаю, может, так это или не так. И багажник перестал у меня работать. Это вообще цирк с конями. Ну что, минут 5 я походил вокруг машины. С выключенным. Я думаю, клемму снять. А как клемму снять? Ключи-то в багажнике все гаечные. По минут 5 походил, отпустила его немного, дать релюшку. Я думал, релюшка спалилась или что, блин, что за фиг. Поменял, блин, думаю, повторитель. Минут 5 походил, отпустила его, все, открылся багажник. Я такое вообще первый раз вижу. Что это такое? Ну, а здесь буду тестировать, я думаю, поставить температуру включения вентилятора 90, сколько там, 8 градусов, наверное. Сюда какой-нибудь умный параметр выведу. Там, наверное, будет температура двигателя у меня. А сюда что-нибудь, не знаю. По остатку топлива, кстати, неплохо. Там 24 литра, вот он показывает сейчас. Интересная тоже функция, потому что там просто шкала идет. При том, что постоянно плюхается в баке, и она то показывает, то больше, то меньше. Хрен угадаешь. Вот такая ситуация. Вот на этом все. Счастливо всем. Пока.